насчет того, чтобы, находясь в нашем гостеприимном городе, погрузиться в атмосферу солнечной Мексики, отведать вкусных блюд от настоящего мексиканского повара или выпить текилы в кругу друзей? Hola, buenos días. Hola. Если вы соблазнились такой перспективой, то аудиогид и шеф-повар Хавьер Гарсия рекомендуют вам непременно отведать блюда ресторана Tex-Mex, которые так же подлинны и оригинальны, как в настоящей Мексике, просты и сытны, и вместе с тем полезны и умопомрачительно вкусны. Традиционная острота блюда здесь сочетается с характерной яркостью и красотой, как сама мексиканская природа. Название Tex-Mex уже само по себе красноречиво говорит нам о том, что здесь вы отведаете блюда, характерные для региона штата Техас и севера Мексики, где в почете яркие цвета и острые приправы. Однако латвийские рестораны Tex-Mex уникальны тем, что помимо мексиканской предлагают своим гостям и традиционную европейскую кухню. И вы однозначно не разочаруетесь, отведав сочный стейк или жареные в печи ребрышки от шеф-повара. Кстати, вам известно, что в далекой Мексике многие коктейли готовятся из свежих морепродуктов – устриц, осьминогов и даже из акул. Для нас это кажется непривычным, поэтому искусные бармены Tex-Mex приготовят для вас самые разнообразные коктейли на основе текилы, а также порадуют изумительным кофе, который вы сможете отведать за почти 25-метровой стойкой бара. Ну а летом непременно посетите летний сад Tex-Mex и насладитесь жарким временем года, угощаясь, к примеру, мексиканским фахито. Adiós, amigos!